Здравствуйте, сторонники здорового образа жизни. У меня к некоторым настоятельная просьба. Прежде чем задавать подобные вопросы... А что это вы здесь делаете? А? И уподобляться герою этого эпичного фильма. Пожалуйста, просмотрите мои ролики по теме вихревой медицины. Там уже на 99% все есть. Я же не могу в каждом ролике повторять одно и то же по 100 раз. Спасибо. Всем здравствуйте. Сегодня проведу очередную презентацию. На этот раз не посох, а жезл от монарха. Давно собирался его собрать. Уже 2 месяца выносил эту мысль. Но вот на днях реализовал. Уже немножко проверил даже. Есть некоторые результаты. Успел такие. И хочу вот вам показать, рассказать, что, чего и как. Особенности конструкции. Значит, из чего это все состоит? Во-первых, конструкция для чего такая сделана? Для компактности и для того, чтобы полностью развязать вот это паразитное излучение от... В данном случае от трифиляры. Ну, вы знаете, я все время применяю только трифиляры и с МГТФ обязательно. Другого не признаю. Вот, закинул в коробочку, чтобы она тут не болталась ничего, чтобы было все культурно пока что. Но опять же, это временный вариант. Сейчас покажу, как буду другое делать. Значит, конструкция такая. Берется, опять же, труба. Вот это, кстати, одно из первых посохов, которые были, вот от него заготовка разобрал. Берется вот такая труба, к примеру. Можно такая трубочка. Это все сантехнические, сами знаете. Дюймовая. Это дюймовая, 25 миллиметров. По крайней мере, я так сделал. И вот обязательно должна быть толстая стенка. Именно. То есть внутренний диаметр где-то 16 миллиметров. 16-25. Почти по 5 миллиметров стенки. Или такой вариант может быть. Ну, здесь чуть-чуть она толще, а стенки чуть тоньше. И такая система. Здесь взята вот такая же трубка. Вот трубка чуть больше 16 миллиметров. Тоже сантехническая, тоненькая. И чем это хорошо все в конструкции? Вот я вставляю, видите? И там есть чуть-чуть даже люфт. Ну, в это еще больше люфт будет. Вот. Получается небольшой зазор внутри. И вот когда мы эти спирали наматываем сюда, приклеиваем. Мы можем это туда вовнутрь вставить. Ну, вот как здесь. Полностью утопить вовнутрь. В результате что у нас получается? Вот такая трубка, которую можно загерметизировать полностью с одной и с другой стороны. И вот здесь на концах я беру специальный высоковольтный провод. Ну, тот, который в кинескопах применяется, с ТДКСов. Тоже вот взял со старого ТДКС, обрезал. Правда, я слишком короткий у меня получился. Но не хотелось мне идти, покупать, там, искать. Было что под руками. Взял, обрезал. Оказались короткие концы. Так-то я собираюсь сделать где-то на полметра, чтобы разница была между вот этим тором и излучателем. Чтобы была длина побольше. И вот эта вся конструкция собирается в таком виде. Здесь герметизируется. И вот сейчас здесь 211 миллиметров, то есть длина волны. Как вы помните, я все время длинами волны водорода меряю. Вот здесь, как обычно тоже в посохах, я применяю ту же фольгу с клеящим слоем.
Значит, как сперва собирается конструкция? То есть берется трубка. Здесь у меня 7 четвертей, то есть почти две длины, почти не хватает 1 четвертой, то есть полностью вот это. А сама лента 9 четвертей, то есть две длины и чуть больше. Сама лента. То есть тут две полоски, естественно. И в отличие от посоха, где с одной стороны и с другой стороны, здесь идет вместе. Ну, это как помните, у меня был жезл, когда-то я вам показывал давно. Но все, никак им толком не займусь. Это вот эта конструкция. Тоже, видите, вот оно. Идут параллельно излучатели. Но тут такая конструкция. Здесь же более миниатюрная, компактная и сконцентрированная. И вот получается где-то 211 излучатель и в герметизированной трубе со стенками толщиной 4-5 мм. Я вот даже думаю какую-то еще другую конструкцию сделать. Это то, что у меня было под руками. А где-то взять 30-35 мм диаметра, а стенки, ну или по крайней мере так организовать, чтобы был зазор между внешним и внутренним, то есть вот сами излучатели, было расстояние миллиметров 6-7-8. Для чего это надо и почему вообще это так надо делать? Для того, чтобы сама емкость ваша, или куда будете прикладывать, не влияла на общие характеристики. Когда, вот как в посохах, нельзя было брать за сами излучатели, потому что слишком большая емкость и садила систему, то здесь она уже ее садить никак не будет. Я вот сейчас включу, покажу. Правда, я вам буду сейчас показывать на усиленном генераторе, чтобы как бы вам эффект лучше показать, как система излучает и как все это проецируется и действует. Но в принципе оно, естественно, на обычном генераторе надо все делать. Усиленный здесь слишком мощно получается. Хотя в определенных случаях тоже нормально. Но лучше, конечно, применяйте обычные генераторы. Не надо усиленных. Иначе наделаете ерунду с этой. Вот я включаю. Сюда я поставил неонку. Просто вот эти два высоковольтных провода. Просто намотал концы неонки на эти провода. То есть никаких контактов, ничего, как обычно. Ну, вот тут для индикации то, что у нас светится. Это обычная индикация. Ну, здесь можно показать. Так, вот выключу основной свет, чтобы было видно, вот как спирали идут. Вот видите, как оно все перемещается. Вот так вот спирали там и идут. Вот то же самое. Этим можно показать. Не знаю, будет ли виден на видео, будет ли видно, вот как оно идет. Пульсирующе. Или вот это. Ну, типа того. То есть, видите, излучение идет по всему периметру вот этого жезла. Так, ну еще вот можно этим индикатором. То есть тут все в порядке, отлично светится и излучается так, как надо. И главное, что здесь, вот именно в этом месте, никаких побочек абсолютно нет. Здесь чисто,
Динамическая статика. Опять же, это все условное название, а то меня тут некоторые дергают, что статика, какая динамическая, какая что, энергия. Считайте энергией. А какая энергия, это уже другая тема. И да, тут, конечно, рамка не работает, тут биоэнергии как таковой нету, здесь другая энергия присутствует, как обычно в таких случаях, потому что только посох может выдавать биоэнергию, так как у него разнесены излучатели. Здесь же излучатели идут в спиральном месте. Теперь для чего, что и как. Так, я, наверное, выключу, чтобы пока не мешало. Значит, для чего это необходимо? Есть несколько случаев, когда, в общем-то, плохо и, например, посохом. Не то, что плохо, но не то. И посох, и когда, например, трифиляр или там плоские варианты. Куда-то приложить, где-то вот подействовать. Вот этот вариант для того, чтобы, например, позвоночник или шейные позвонки, или, например, рука на полную длину, нога и так далее. То есть, например, у вас повреждены связки или сухожилия. Вот по какой-то причине растянули что-то там где-то когда-то, травма какая-то была. Когда вы прикладываете просто обычный, например, тор или плоскую, у вас только локально это все действует в основном. И опять же, побочка. Вот именно одна из главных возможностей и свойств, то что вообще здесь побочка отсутствует. И вот вы прикладываете, у вас чисто локально. Здесь же вы имеете полностью всю длину. То есть, вот как идет сухожилие по всей длине, или суставы там, или сосуды, вы полностью на всю длину. То же самое с шейными позвонками. Вот все эти конструкции, они работают, ну, не совсем так, как надо, как хотелось бы. Вот это работает именно локально, то есть, вот как у вас шейные позвонки или позвоночник идет, вот так его и прикладываете. И вот я уже и на себе пробовал именно на позвоночник, и жена попробовала. Потому что, ну, как обычно у всех у нас, почти в большинстве, особенно когда сидячая работа или не сильно подвижный образ жизни, вот где-то на уровне груди, вот эти позвонки, вот там обычно всегда проблемы. Соли откладывается там, особенно когда сгорбившись сидишь, там обычно соли набирается, и, соответственно, там возникают эти проблемы. И у нее в этом месте тоже всегда побаливало. То есть, и прикладывали и плоские, и такие. Ну, естественно, посох тут никак, он только, потому что он на общую систему работает, именно вот по позвоночнику. Вот, по крайней мере, ну, результаты были так себе. И вот буквально за два раза, да, она с первого раза сразу почувствовала, вот как только ей приложили в это место, на позвоночник, она тут же, вот где у нее была проблема локальная, она тут же почувствовала, вот как уже что-то там начало происходить. На следующий день еще сильнее пошло, то есть пошла реакция, хорошая реакция. И вот буквально вчера прикладывала третий раз, уже практически все. Еще есть некоторые симптомы, естественно, конечно, за трое суток, за три раза оно быстро все не снимется, это невозможно. Но, по крайней мере, результат вот прямо чувствуется, что он прямо аж там так не припекало, а как бы заметно так было такое ощущение горячего внутри. То есть действовало очень хорошо. Именно потому, что вот эта система получается локальная, и вот эти излучатели работают довольно концентрированно. И именно по этому периметру. Вот. Я сейчас вот готовлю второй вариант подлиннее. Чтобы это было... Это уже будет на весь позвоночник фактически. Ну или, например, на ногу. Всю длину. Потому что есть тут на руку. Тут вообще прекрасно получается.
На ногу тем более. Вот будет вся длина. Буду это пробовать. Значит, как это делается? Ну, в принципе, кто посохи делал, тот знает, как это, в принципе, это делать. Только трубка вот потоньше получается. И вот эти вот сами полоски. Ну, вот у меня были обрезки. 23 миллиметра, по-моему. Нет, точнее, вот эти вот полоски были. Вот я просто пополам взял в длину и все. Единственное, смотрел, что вот было там сколько длин волны вот именно самих полосок по длине. Дальше, потом берем вот эту полоску, например. Вот замерили тут и тут. Вот они у меня меточки, если видно. Видно должно быть. Прикладываем сюда. Пока еще не снимаем защиту. Просто пока прикладываю. Сейчас она у меня приложена. Она у меня еще не приклеена. То есть это все еще снимать буду. Как я делаю, например. Вот полностью эту спиральку закручиваю сюда. Смотрю, чтобы этот конец совпал вот с этой полосой. Натягиваю ее так хорошо. Прижимаю, чтобы все хорошо пошло. Вот. И тут обычно я, правда... Тут я сейчас скотчем сделал, чтобы было видно. А так обычно вот этой ленты бумажные. Здесь подклеил. Здесь все обжал, обжал, обжал. Все четко, чтобы оно строго вот так вот было плотненько. И вот здесь как раз вот меряю, чтобы оно попало. И то же самое здесь. Потом вторая полоска. Уже между. Опять здесь смотрим сюда. Ведем, чтобы это все было как бы по центру. Опять же, плотно все зажимается, обжимается. Там, конечно, конец этот, опять же, закрепляем. Потом, опять же, тут доводим, смотрим, чтобы все плотненько было. Тоже, опять же, клеим. И вот оно, как смотрим, чтобы вот тут более-менее были промежутки одинаковые. Ну, желательно, чтобы было все ровненько. Тут тоже пару вот раз проклеиваем ленточкой. И потом сперва ставлю метки. То есть вот беру вот как у меня есть. И маркером, к примеру, или карандашом. И вот просто ставлю метки на эту спираль всю. До самого конца. С одной стороны и с другой стороны. Чтобы было видно, чтобы потом, когда отклеиваю... Ну, поднимаешь и уже приклеиваешь, чтобы было по меткам все шло. И вторую полоску так же самое. Тоже метки поставил, поставил, поставил везде. Вот, вот именно здесь вот. И уже после того, как поставил метки. Вот, например, вот такой участочек где-то. Поднимаю. Оттуда уже защитный слой убираю. И вот так вот проклеиваю. А уже всю остальную часть, ее уже здесь освобождаю все. Эту спираль снимаю как бы, но опять же, чтобы она была спиралью. И уже в напряг по меткам постепенно, постепенно, постепенно вот так вот ее загоняю в метки. И проклеиваю так, чтобы оно... Вот дошло до сюда. Ну, естественно, слой снимается постепенно. То есть, вот у вас этот, например, часть уже проклеена. И дальше потом вот поддеваете с этого, с этой стороны бумажную эту защитную ленту. И пошли потихонечку сняли, проклеили, сняли, проклеили. Оно легко делается, в общем-то. Опять потихоньку, потихоньку, по меточкам вот так доводите. И вторую так же самое. Освобождаем конец, опять отодвигаем, снимаем защиту, например, до сюда, проклеиваем вот так вот сюда, и потом опять вот эту всю спираль освобождаем до сюда, и уже потихоньку-потихоньку вот так вот, вот и получается. В итоге выходит, что как раз вот четко вот этот люфт, он буквально там 0,5 миллиметра. Вот. Я, правда, много сейчас наклеил сюда скотча. И опять же, здесь еще защитно стоит. Поэтому он немножко как бы не входит. А вот когда все проклеишь, снимешь защиту, тут проклеишь.
Вот, и уже когда все это плотненько стоит, тогда оно хоть в напряг, но оно хорошо сюда все одевается. Полностью на эту всю длину. И, в общем-то, получается, что очень серьезно, крепко это все закрепляется вот насадочкой. Ну, а если вот этим, тут вообще свободно получается. Вот. Насыпил и все. Можно вот такое вот применять. Вот такая конструкция. Здесь, получается, я делаю побольше отверстия. И вот этот высоковольтный провод, я на самые концы брал, распушивал вот этот тонкий многожильный, напаивал. И потом уже сюда, вот как в посохах, то же самое, тоже распушивал скотчем. И уже внутри сюда. А потом термоклеем туда загонял, чтобы это все зафиксировать и уже потом оно не двигалось. Ну и заодно заизолировать дополнительно. Потому что желательно это все залить, чтобы никаким образом это не друг с другом не взаимодействовало голыми проводами. Соответственно, опять же, округляем, не забываем вот это все. И вот у нас получается, что емкостные характеристики нам не мешают, потому что довольно толстое расстояние, большое расстояние между того, что мы вот, например, держим вот так вот. Даже можно его вот так вот и держать, например, для пользования, например, когда с руками проблемы. Вот. Я даже не знаю, но надо пробовать. Это на этот раз я вот сейчас вам выдал все, особо не экспериментирую. Немножко попробовал недельку вот и все. Особых экспериментов у меня не было. Это я уже вам показываю, сами занимайтесь дальше. И что еще? Если, например, как все заряжают там воду, да, обрабатывают, ставят, вот, например, вот я специально воду приготовил, вот ставят банки там или на торы, или на плоские, или вот, например, как рядом ставят посох, если большая емкость, как я уже рассказывал. Вот это одно. Здесь же можно делать вот так. Это уже как бы меняет в корне вообще ситуацию. То есть, если вы заряжали или обрабатывали снаружи, и опять же, как, вот, например, если на плоскую или на тор, то получалось, что, опять же, с побочками какими-то все, то здесь все чисто, абсолютно чисто. И вот такая система, получается, должна работать. Я, естественно, проверил. Так, вот оно горит. И можно безопасно, без вопросов, вот, пожалуйста, этой воды касаться. Тут, конечно, тут вот только от самого тора, то, что вот идет вот здесь, вот и все. Ну, правда, мощность сейчас большая, поэтому далеко не оберет тор. Вот поэтому я говорю, что я хочу сделать длину вот этих вот проводников, высоковольтных проводов, подлиннее, чтобы вообще исключить его с поля зрения, этот тор. Оставался только сам излучатель. Можно посмотреть. Естественно, в воде она уже светиться не будет. Но вода обрабатывается. Я уже пробовал, где-то там по полчаса, например, держал в такой банке, то по вкусу разница чувствуется. Как определить, что там и как, какой состав меняется? Ну, к сожалению, у меня нету серьезных приборов, а этой вот ерундой много не намеришь. Фактически ничего не намеришь им. Был бы у меня хороший прибор, дорогой, там, со всеми этими делами, можно было бы чего-то, но у меня нету. А специально под это дело покупать у меня нет желания, дорогие приборы брать. Вот. И такая конструкция, она может, например, не только в воду, это может быть и в землю куда-то. Это надо все экспериментировать. Я пока не знаю. То же самое вот с рассадой, там, с растениями. Одно дело, когда там посох рядом поставил, или вот эти все всякие торы и тому подобное рядом как-то. А другое дело, когда вот так вот вдоль ствола, например, ставится вот такая вот конструкция. И что из этого выходит? Тем более
посох дает одно излучение, совершенно оно чисто симметричное. Здесь же хоть тоже симметрия какая-то есть, но тут перемешивается все, идет спиральным образом. И как это действует, я пока не знаю. И будет ли от этого толк. Но должен быть, конечно, толк. И еще одно. Значит, вот эти все дела. И, например, как я думаю, еще возможности использования, ну, в гинекологии, например. Довольно важная вещь. И еще вот, например, ну, опять же, в половой сфере. Например, опять же, вот с мужскими проблемами, с женскими проблемами. Одно дело там, например, сесть на плоскую, да, там вот как я, например, всегда тоже даю возможность там плоскую катушку на табуретку и вот, садись. Вот посидел там полчаса, туда-сюда, или там посидел, кто там еще как. Вот и все. Но, опять же, там как бы для того, чтобы достать до нужных органов, соответственно, садишься, там расстояние большое, ну, концентрация не та, и локализация не та. Даже пускай с тором, где-то там как-то ближе можно куда-то чего-то добавить, приблизить, но все это не то. Здесь же получается, вот пожалуйста, вот можно, так как оно довольно, конструкция довольно тонкая, то можно, например, сесть на нее достаточно и вполне более близко к органам расположить. Так что вот думайте сами, как, что, чего можно еще использовать. Я вот, например, предлагаю то, что вот есть. Как по мне, это мало пока изучено для меня, но я считаю, что это должно быть тоже своеобразная система помощи. То есть это дополнение ко всеобщему. Одно дело тор, другое дело плоское, третье дело посох. Там есть куча еще других вариантов. А вот эта конструкция, она будет в корне отличаться от тех. И вот, опять же, вот хоть она находится в этой концентрированной системе, но вот я, например, долго тоже вот, хотя уже по другим конструкциям для меня, в общем-то, не сильно-то действует, но вот эту я чувствую хорошо. Причем тоже вот на расстоянии. И еще вот последнее. Вероятнее всего, я сделаю один экземпляр, и он пойдет на испытание. Дело в том, что Валентин Дандорф, он периодически свои конструкции всякие, там, правда, по спецзаказу, то, что я уже как-то рассказывал. Если, может, знаете, такой доктор Кутушов есть в Израиле, который у него заказывает, спецзаказы делает. Вот, например, вот этот вот аппарат. Я уже тоже как-то показывал, все хочу сделать обзор, но все, пока нету времени. Вот видите, какая система конструкции, если кто не видел. Тут один тор и второй тор. Один широкий, секционный, а второй почти как обычный, но тоже с секциями. И вот излучатели, вот спиральный излучатель и центральный излучатель. И тут два генератора. Один 360, второй 180 кГц. Причем здесь еще и модуляция, и все остальное. Но вот я тут стараюсь тут кое-какие свои дела тут воткнуть. Пока тут занимаюсь. Как назанимаюсь, что-нибудь наделаю, то и покажу, как и что. Так вот, кое-какие конструкции он отправляет на испытания, на лабораторную. Это за границу. Ну, не имеет значения, как, куда и как, это уже другой разговор. Факт то, что один из экземпляров я, наверное, сделаю, ну, правда, его тут по-другому. Здесь вот, например, конструкция была больше не просто вот так. То есть, опять же, я вам как-то показывал посох, который сжимал, вот, делал яйцеобразную конструкцию из тора. И вот то же самое. Сжать я собираюсь так и сделать такой компакт. Это тоже будет типа овальной формы, то есть, как вот или мыльница, что ли, ну или как вот типа яйцо или какой-то сосуд, типа как в амфорах тоже вот такое вот делается, то есть небольшая, чтобы оно не было такое большое. Это просто я взял чисто временно, что было опять же под руками. Оно меньше, чем вот
Вот этот вот мой гибрид, который я когда-то делал, вам показывал всем. И довольно, кстати, очень эффективно работает. Видите, он поменьше. Вот, так что вот на сегодня то, что я вам показываю, это я вам показал, рассказал, объяснил. Делайте, испытывайте. Тут много чему можно найти применение. Опять же, вот как я сказал, с водой или с какими-то жидкостями. То есть можно вот окунать полностью. Вот. А если сделать длиннее, то еще какие-то емкости, баки, не знаю, там. Опять же, вот этой водой можно поливать растения, как кого-то там поить. Можно это все воткнуть в землю. Я вот тоже буду на днях проводить испытания, тоже как-то найду время, попробую вогнать в землю. Вот, на такое расстояние, на сантиметров 20. Посмотрим, как оно, полезут оттуда черви или нет, или как там муравьи будут себя вести. Если помните, я показывал вам, как посох, на одном был включен посох, лежал на земле, его положил на траву, и там муравьи просто начали кишеть вокруг него и на него залазить. Потом отключил, все, все поразбегались. Вот почему-то была такая реакция, почему, не знаю. Но больше не проверял, некогда было. В общем, я же говорю, что есть возможность применения вот этой конструкции в довольно широких пределах. И именно особенно вот по позвоночнику, позвонкам и вот, ну и конечностям различным. Вот это была бы конструкция довольно-таки интересная. И опять же, да, вот еще последнее забыл. Значит, если это дело удлинить на полметра, то получится интересный гибрид. Даже в этом, в этой конструкции я вот тоже так пытался. Значит, на позвоночник кладешь, вот это на позвоночник, а вот это на шейные позвонки. И чувствуется вот такой перелив энергии. То есть здесь обработка одна идет, конструкции, излучение тут совершенно здесь другое. А здесь по позвоночнику своя идет система. И вот тоже, и наоборот переворачиваешь. Я еще даже не знаю, как вот лучше, да. Как вот то ли сверху вниз, то ли снизу вверх. Еще пока не знаю. Я вот, надо экспериментировать. Нет у меня возможности так постоянно целыми днями только делать, что экспериментировать. И вот как оно будет, это уже тоже надо смотреть. И вот если это дело удлинить на полметра, то тоже вот интересно может быть, что, например, вот это находится на позвоночнике, а вот это, например, на левой почке или на правой почке там, или на печень, вперед, на грудь, например, класть, вот, то есть впереди. Спереди, не на позвоночник, а спереди на всю длину. И опять же, куда-то его, вот это в одно место размещать, а это по центру размещать. И, соответственно, уже энергетика совершенно будет работать по-другому. Как она будет работать, я пока толком не могу сказать. Я только предполагаю, вот как у меня мысли были, как я вот считал нужным сделать. Вот я вот такую конструкцию сообразил. А вы пробуйте. Думаю, это тоже будет интересное и совершенно другое направление в этом развитии. Все. Вам всем здоровья богатырского. И дерзайте. Карты в руки. Счастливо. До свидания.